С начала пандемии в отношении пассажиров, которые не соблюдают масочный режим в общественном транспорте, составили более 500 протоколов об административном правонарушении. Больше половины из них приходится на 2021 год. Рейды в автобусах, троллейбусах и трамваях проходят ежедневно. В неделю до 80 выездных проверок. Ими охвачены маршруты во всех внутригородских районах. В проверках участвуют представители профильного городского департамента, организаторы рейдов, контрольно-ревизионных служб предприятий-перевозчиков, добровольной народной дружины, полиции, регионального министерства транспорта и автомобильных дорог. Сегодня проверки стартовали с улиц Куйбышева и Некрасовской. Работа в таком режиме нами будет продолжена там до особого указания оперативного штаба. Ну, требование у нас одно. Транспорт должен быть безопасным, не вызывать у пассажиров никаких сомнений. Требования это надо выполнять, маски все должны носить. Еще раз к этому призываем. Перевозчик со своей стороны тоже предпринимает все необходимые противоэпидемические меры. Перед выходом на линию подвижной состав обрабатывают специальным дезинфицирующим средством. Профилактика проходит и в течение дня, и также вечером в депо. Для сотрудников проводят инструктаж о необходимости использования средств индивидуальной защиты, а также о том, как действовать, если пассажир отказывается надеть маску. Кондукторы и водители в течение всей смены они обязаны быть в масках и своим примером показывать это нашим пассажирам, что необходимо надевать защитные средства. Вот у нас, кстати, много поступает сообщений на горячую линию в социальные сети о том, что мы поставили вакцину. Нужно ли нам надевать маску в общественном транспорте? Да, совершенно верно, маску мы должны надевать. О нарушениях могут сообщить и сами пассажиры. Для этого следует позвонить по номеру телефона горячей линии. Он размещен в транспорте. Штраф за несоблюдение масочного режима составляет до 30 тысяч рублей. В числе наиболее эффективных мер профилактики – прививочные кампании. Сейчас продолжается вакцинация сотрудников транспортной отрасли против коронавируса. Противоковидные прививки получили до 90% работников. Наращиваются и темпы вакцинации против гриппа. В регион поступают сотни тысяч доз вакцин. Чаще всего перевозчики самостоятельно на своих территориях организуют прививочные кабинеты, чтобы процедура прошла быстро и без отрыва от производства. Виктория Шарая, Мария Левина, Николай Сидоров. События.